Также мы получили еще дополнительно ссылки на видео, видеозаписи, где жители города гуляли просто по дорожкам, да, снимали то, что происходит в городе, и комментировали те моменты, которые были положительные, какие моменты отрицательные, что нравится, что не нравится, куда ходит. И это как бы такой опыт именно горожанина, да, который очень важен для проектировщика. Вот еще одна стояночка. А нам говорят, что шире дорожку сделать невозможно.